Уроки для пешеходов. Сотрудники ГИБДД бьют тревогу. На дорогах Забайкалья резко увеличилось количество сбитых людей. Только за последние два месяца в крае произошло 62 ДТП с участием пешеходов. Больше половины из них по вине последних. Погибли 9 человек, 27 попали в больницы. Объяснить такой всплеск аварий с участием пешеходов в последнее время сложно. Как говорят инспекторы, причина в невнимательности и излишней самонадеянности. Телефоны, капюшоны ограничивают внимание пешеходов. К тому же многие переходят улицу в местах для этого не предусмотренных. Инспекторы ДПС проводят с такими нарушителями профилактические беседы, а также демонстрируют страшные кадры с видеорегистраторов. Юрий, вы где перешли дорогу? Ну, я понял, что не в положенном месте. Я тороплюсь, я просто... Там светофор загорелся, все переходили. Более серьезное же есть происшествие. Местного Александр Власов. Время новостей.